Уверена, но все же немного робко берет в свои руки новорожденного сына Сергей Максимов. Арсений появился на свет 21 декабря. 52 сантиметра рост, 3200 вес. Для Елены и Сергея ребенок второй и долгожданный. Они очень хотели сына. Есть дочка, теперь будет сын. Приятно, конечно, ждали мальчика, мы хотели. Особенный этот ребенок и для всей Рязанской области. Он стал 20-тысячным по счету малышом, которого приняли врачи областного перинатального центра. На выписку Арсения приехали не только родственники. Встречали ребенка представители власти и журналисты. Здесь же, в торжественной обстановке, родители получили первый документ нового гражданина – свидетельство о рождении. Сам виновник вел себя хорошо, все время спал. Врачи говорят, мальчик очень спокойный, а главное – здоровый. Женщина из района, заведомо уже известной соматической патологии, наблюдался она в женской консультации в этом районе, и постоянно и регулярно она консультировала специалистами нашего центра. Ну, Арсений был молодцом. Вот, на протяжении всех родов вот, мы мониторировали все его показатели, как он себя чувствовал. Он чувствовал себя настоящим героем, то есть он знал, что ему достанется такая честь родиться 20-тысячным человечком в нашем центре. Интересно, что самый первый рожденный в перинатальном центре малыш был тоже мальчик и тоже из Скопина. Прошло 7 лет, и каждый день, благодаря работе врачей, перинатальному центру, современному оборудованию, на свет появляются здоровые дети. Каждый год специалисты выписывают почти 3000 детей, большинство из них очень сложные, в том числе с экстремально низкой массой тела. Но показатель стабильный, он подкрепляет общую демографическую обстановку в регионе. Однако и ее нужно улучшать. Если смотреть демографическую ситуацию в Рязанской области, то она, как во всей России, достаточно сложная. Но при этом мы маленькими циферками, но идем вперед, продвигаемся, все равно мы увеличиваем. Конечно, в преддверии Нового года всем семьям Рязани хочется пожелать: не бойтесь, если к вам постучится аист. Это радость, это большое счастье, когда ребенок появляется в семье. И я надеюсь на то, что количество младенцев в следующем году в Рязанской области, конечно, увеличится. По заверению Елены, пока третьего ребенка семья не планирует. Но вот Сергей, воодушевленно смотря на сына, улыбается. Арсений вместе с родителями и сестрой отправляется домой. А до конца года врачи перинатального центра планируют выписать еще 200 малышей. Анастасия Чиникина, Роман Вихров, телекомпания «Город».